День Победы. И в огнях салюта, будто гром, запомните навек, что в сражениях каждую минуту, каждую минуту погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, сад, река, знакомый смех, мать, жена, а если не женатый, то девчонка лучшая из всех. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту, 10 жизней. Значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, неумолимый счет, ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ. Мир пришел, как дождь, как чудеса, ярко-синюю душу опаля, вешний вечер, птичьи голоса, облаков вздымая паруса, как корабль плывет моя земля. И сейчас мне обратиться хочется каждому, кто молод и горяч, кто бы ты ни был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица. Да, прекрасно думать о судьбе, очень яркой, честной и красивой. Но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь, кружась меж планов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попусту зазря на десятки всяких мелочей. На тряпье, на пустенькие книжки, на раздоры, где не прав никто, на танцульки, выпивки, страстишки. Господи, да мало ли на что. И неплохо бы каждому из нас, а ведь есть душа, наверное, в каждом, вспомнить вдруг о чем-то очень важном, самым нужным, может быть, сейчас. И сметя все мелкое, пустое, скинув скуку, черствость или лень, вспомнить вдруг о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивая круто, чтоб любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута. Каждая, прекаждая минута. Смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрит с верой и любовью вслед нам те, кто жил во имя нас.